Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Последние недели февраля. Открываем дорогу к своему счастью. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Зима готовится уступить место весне, поэтому вам предстоит насыщенной энергией и событиями неделя. Уже скоро март вступит в свои права, и нужно успеть подготовиться к этому событию, очистив карму и позволив наступить светлому жизненному периоду. Только от вас зависит, какие перемены произойдут в вашей судьбе. Подойдите к этому времени с любовью и признательностью, чтобы весенняя пора принесла вам только счастливые события. Понедельник, 21 февраля, день Луны, кармическое число 2. День сильной Луны буквально насыщен энергией. В зависимости от поступков, которые вы совершали ранее, она может нести положительные или отрицательные последствия. Для тех, кто думал о близких и совершал добрые поступки, наступает удачливый яркий период. Вы ощутите прилив сил, в жизни могут произойти позитивные перемены. Также возможны приятные сюрпризы. Однако от активных действий следует воздержаться. Посвятите время членам семьи. Позаботьтесь о старших в роду и маленьких детях. Если с кем-то из родственников возникли напряженные отношения, самое время это исправить. Этим вы улучшите карму своего рода. Пользу принесут занятия волонтерством, благотворительность. Однако постарайтесь не решать никаких финансовых вопросов, а в работе уделяйте время только текущим неотложным делам. Планеты вам советуют: дарите любовь, ничего не прося взамен. Это и есть истинное богатство. День принесет счастье для тех, кто родился 2, 11, 12, 20, 22 числа. Вторник, 22 февраля. День Марса, кармическое число 3. Благоприятный яркий день, наполненный энергией. Сочетание силы и мудрости, которую вы получите от планет, позволит вам навести порядок в своей душе и улучшить карму. Проявляйте уважение к людям, будьте щедры и оказывайте посильную помощь нуждающимся. Не проходите мимо тех, кто попал в непростую жизненную ситуацию. Все благие дела, которые вы совершите сегодня, вернутся вам в удвоенном виде. Энергетика дня способствует очищению от негатива и помогает избавиться от навязчивых мыслей. Также сделайте уборку помещений, это очистит его и привлечет удачу. Разберите вещи, избавьтесь от всего, что наводит тоску или грустные воспоминания. Если не можете выбросить, отнесите в кладовку, гараж или сарай. Протрите пыль, подметите пол. Вы сразу ощутите, что в помещении стало легче дышать. Планеты вам советуют: проявляйте заботу о людях всегда, а не когда вас об этом попросят. Тогда и результат ваших усилий будет радовать постоянно. Ну а для тех, кто родился 3, 12, 13, 21, 23 и 30 числа, вас ждет успех. Среда, 23 февраля, день Меркурия, кармическое число 4. День перемен, налаживание контактов, встреч с людьми и ярких открытий. День озарения и открытий открывает вам дверь неизведанные. Вселенная дает вам понять, что все в этом мире связано между собой. Если хотите позитивных изменений, двигайтесь вперед, не бойтесь учиться новому. Не упускайте ничего из того, что способен дать вам этот день. Получайте знания в незнакомых областях, постигайте то, что считаете нужным. События, происходящие сегодня, могут значительно изменить вашу судьбу. Это не обязательно запланированные изменения, вы можете столкнуться с неожиданностями, которые заставят посмотреть на себя и свое окружение с непривычной стороны. Не бойтесь этого, что бы ни случилось, и это будут только хорошие перемены. Однако даже если вам кажется, что все цели достигнуты, а жизнь прекрасна, не расслабляйтесь. Чтобы закрепить позиции, день нужно провести с максимумом активности. Планеты советуют: стремитесь к лучшему и никогда не останавливайтесь на достигнутом. А для тех, кто родился 4, 14, 24, 31 числа, ждет радостное событие. Четверг, 24 февраля, день Юпитера и кармическое число 5. Прекрасный день, несущий духовное преображение. Вы сможете получить доступ к сокровенным знаниям и обрести поддержку светлых сил. В этот период грань между тонким миром и нашей реальностью истончается, поэтому все тайны бытия доступны для вас. Изучение духовных знаний, практики позволят приобщиться к этой мудрости и перейти на новый уровень развития. Не останавливайтесь, если начали изучать священные книги, вы уже на полпути к цели. Вселенная открывает вам поток божественной любви. Не упускайте возможности, которые она предоставляет. Это хорошее время для знакомств и налаживания контактов. Делайте людям приятные сюрпризы, дарите подарки, подбадривайте комплиментами, займитесь здоровьем, откажитесь от вредных привычек, сегодня это получится легко и непринужденно.
Планеты советуют, для того, чтобы идти в верном направлении, необходимо знать, чего вы хотите достичь. День будет особенно благоприятен для родившихся 5, 15, 25 числа. Пятница, 25 февраля, день Венеры, кармическое число 6. Сильная Венера подарит вам божественную мудрость и укроет чистой и прекрасной энергией любви. Под ее влиянием вы сможете открыть любые двери в свое счастливое будущее. Освободитесь от плохих мыслей, отпустите негативные эмоции, мечтайте о том, что приносит радость. Позвольте светлым и позитивным желаниям выйти наружу. Творите добрые дела, занимайтесь искусством. Все, что направлено на пользу людям, принесет вам успех и процветание. Будьте активны и жизнерадостны. Занимайтесь тем, что действительно важно. Если вы станете проводить время праздностей или поддадитесь лени, фортуна отвернется от вас. Постигайте новое, вкладывайте душу во все, что вы делаете. Планета советует: не делите людей на хороших или плохих. Постарайтесь не только увидеть в каждом доброту, но и вытащить ее наружу. День будет счастливым для рожденных 6, 15, 16, 24, 26 числа. Суббота, 26 февраля. День Сатурна, кармическое число 7. День наполнен сильной и спокойной энергетикой. Позвольте себе расслабиться и взять паузу. Отдохните в тишине, в покое. Лучше всего прогуляться в парке, вдали от людей. Настройтесь на философское восприятие действительности. Больше размышляйте. Абстрагируйтесь от спешки и суеты. Это поможет познать себя и выйти на связь со Вселенной. Получите от нее важный совет. Даже если вы не имеете возможности уединиться и вынуждены заниматься делами, выделите время перед сном в тихой и спокойной обстановке, чтобы расслабиться и почувствовать спокойную мощь этого периода. День очень силен кармическим, поэтому возрастает ответственность за все действия, слова и помыслы. Все, что вы пожелаете, повлияет на вас уже в ближайшем будущем, поэтому тщательно продумывайте каждый шаг и не принимайте спонтанных решений. Не совершайте ничего, что может навредить другим. Планета советует: не пытайтесь получить одобрение всех, кто вас окружает. Поступайте так, как подсказывает ваша совесть. День принесет радость родившимся 7, 16, 17, 25, 27 числа. Воскресенье, 27 февраля. День Солнца, кармическое число 8. Последнее воскресенье зимы, день Виджая и Кандаши, нужно провести с пользой. Займитесь делами, которые давно откладывали. Посетите родственников, если давно обещали нанести визит. Возможно, вы хотели освоить новое хобби, на которое не хватало времени. Настала пора реализовать свои планы, действуя на пользу людям. Вкладывайте силы в любые добрые дела и занятия, которые важны для вас. Избегайте праздности, вы упустите шанс стать лучше и привлечь в жизнь фортуну. Сохраняйте силу духа, тогда любое занятие приведет к триумфу. Именно сегодня у вас есть шанс найти решение в любой сложной ситуации. Планета советует: не делите события на удачи и неудачи, и то и другое является бесценным и удивительным опытом. День будет благоприятным для родившихся 4, 13, 14, 22, 24 и 31 числа. Ну а для того, чтобы прийти к своему счастью, в течение всей этой недели, каждое утро, когда будете просыпаться, обязательно проговаривайте такие слова: «Ангел-хранитель ко мне спускается, моя жизнь счастьем наполняется. Удача меня ожидает, защита ангела меня оберегает». Говорим один раз, когда проснулись. И вот в течение всей недели, каждое утро, проговаривайте эти слова, и тогда вся неделя для вас пройдет удачно и счастливо.